здесь памятник в Беслане погибшим детям. Впереди улица Солянка. Дома совсем маленькие, двухэтажные. Ширина. Здесь очень-очень много церквей старинных. И какие старые трамваи еще ходят. Знаменитый дом высотный. Церквушка. Сейчас я прочитаю вам название. Церковь Зачатия Анны. Начало 16 века. Белокаменная, интересная. Тепло сегодня. Сверху купол. Видите, сколько там цветов, красный гвоздик. Могила Сталина. Чтят и помнят. Мавзолей. Сумрачное здание. Какая мадам. Здесь масленица проходит.
Чудо-юдо ходит. Чудо-юдо. Какой тут чаёк. Красотки. Ух, какие. Страх. Учат считать. 4 копейки. Правильно. А теперь мы пластиковым лобчиком прибавим 89. Давайте. Кто насчет? Давайте умеет считать. Ух ты, у него какая лапка. Вперед считаем. Там добавляем снизу на дольше. Что тут такое интересное? Ого. Ух ты. Блинчики вдох на печке. Коза дереза. Коза дереза. Где? Полный сказок и чудес. Еще один лес. Пойдемте по лесу. Красиво, все ярко. Уже тьма опускается, сумрак.
снега нет в Москве, сегодня тепло, март, уже вечер, луна вон на небе, а мы едем домой.